Всем привет. Мы продолжать будем с Индрой. Правда, без музыки. Я слушаю гранд-финал Старладера по дотке. Ну, минского. Привет, Бухюта. Ты что там, с парнем поссорилась? Что это ты в чатик-то пробежала? Диаблер, она с тобой поссорилась или нет? Значит, забубнил. Меня что, плохо слышно, что ли? Ревность. Ну да, ну да. Блин, что-то у нас с коннектом. Индра говорит, что он заходит, а у меня он нифига не заходит. Индра так не любит обновлять версии, что просто прямо жесть. Он прям пока вот не получится поиграть, он не обновляет. Как только там ошибки полетят, так, ну ладно, тогда обновлю, пожалуй. Да в том-то и дело, что говорит, что он заходит, там ни заголовков, ничего не висит, вроде все нормально, а я его не вижу. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, и мы начинаем просмотр самого ожидаемого матча последнего времени. Это Альянс против Evil Geniuses. Всем привет, народ, я рад в конце концов оказаться здесь, в ваш тяжелый дня, но все-таки на гранд-финал. Вы здесь, и ты знаешь, 11 августа 2013 года приблизительно похожий пик был у Альянса. Неужели опять этот 1 миллион долларов?
Жесть, а что за фигня? Почему я его не вижу-то? Так, что Индра в турнирах не играет? Индра забанен на ХВ перманентно за кучу всяких всячеств. Блин, как же с ним тяжело. Он даже сейф найти не может. Очень долгий клиент, очень долго с ним играть, из-за чего я не люблю. Он, ну прямо ужасно, ужасно все долго делает. Ну,
в чем тут мухлевал? Просто все очень долго с ним. Он долго ходит, долго заходит, долго переходит. Все очень долго делает. Партия на джебе, где я вышел на 1-2-1, это против кого? Как бы я много партий на джебе сыграл. Против бишопа я вроде на 1-2-2 вышел. Вообще нет связи, говорит. Блядь. Что не так-то? Так, Индра пошел ребутить комп. Я там не успел выйти. Я на 1-2. Я там тоже на 1-2-2 собирался. Это, я так подозреваю, ты говоришь про партию с этим. С адмиралом. Я не успел выйти, адмирал слился на 1-2-2 свой. И, собственно, сдался. Но там у меня все очень круто было. Скорее всего, он бы проиграл в любом случае, даже если бы не слился. Ну, у меня вон группа, которая указана вверху стрима. Там есть отчеты под анонсами о играх. Можете почитать. Также есть записи стримов. Можете посмотреть. Блин, красивая игра, очень красивая, конечно, в доте идет. Да, Антонио группу создал. А, ты промухлевал? Ну да, Индра там одну карту вскрыл, постоянно снимался с турниров, ну и там много чего творил того, чего не стоит творить. Ну, ему перманент влепили. Причем, то есть, ему делали, по-моему, амнистию, и потом он снова накосячил. Потому и забанили.
Странно, потому что он пингуется-то нормально. И зеленый в хаме. Почему нету коннекта? 63 пинг. Я вообще не понимаю, честное слово. Чё не так? Привет. Если не ошибаюсь, ты уже спрашивал, что это такое. Ты действительно нет? Не знаешь, не помнишь, что ли, как тебе объясняли? У меня прям вот четкая информация, что ты кучу вопросов задавал по этому поводу. Думаю, может действительно банчик прописать человеку. Блин, я прям точно помню. Так, надо коннект проверить. Диаблер, ты тут? Может, у меня что-то проблема? Но я почти уверен, что это не у меня. Ты можешь зайти коннект проверить? А, или ты с этого сидишь, с телефона? Дам. Написал. Если что, ну, созданная игра уже. Нормально у тебя в хомачах ник. Топич просто. Thank you.
Исключение заголовков. Блин, неужто это у меня проблема? Пинг-то нормальный. Блин. Что за говно? Что не за говно? Так. Чем можно придумать-то? В чем может быть проблема? Я, если честно, прямо в недоумении. Попробую еще раз зайти. Я перезапустил геройчиков. Ну прямо, конечно, очень странно. Все очень странно. Какой-то вирусяк залез. Фиг его знает. Сейчас зашел, вот такая же фигня. А, нет, ты сек написал. Походу, дел комп надо ребутить. Все равно заголовки ясно. Ну и ладно, я тогда пошел в ребут.